Помнить об обязательствах по обеспечению людей социальной инфраструктурой рекомендовал мэру Краснодара, а вслед за ним глава всех муниципалитетов Вениамин Кондратьев. Губернатор подчеркнул, о коммуникациях и соцобъектах надо думать до того, как в новые дома заедут люди. Юрий Поляков высказал свое мнение о застройке земельных массивов в Анапе, которые сегодня делятся на участки и точечно распродаются. Подписывать такие разрешения на строительство значит умножать проблемы муниципалитета. Те, кто возьмет, построит вот эти дома на этих участках, он завтра придет сюда, в муниципалитет, и скажет, давайте воду проводить. То есть, если это собственник, может быть, по законодательству нельзя, но надо думать. Есть, пожалуйста, Совет депутатов, есть федеральные законы. Давайте думать, давайте говорить об этом. Губернатор ставит эти задачи. И вот по каждому разрешению, вы слышали, начинаем строить вначале школу, садик, потом все остальное. Техусловия в жестком режиме. Все должно быть выполнено. Хватит уже. Здесь уже город вот так весь типается весь. Постоянно то света, то воды нету. Прошу вас, уделите этому пристальное внимание. Заместитель главы Анапы Светлана Яровая представит Юрию Полякову перечень муниципальных земель, предназначенных для социального строительства. Вопрос о хаотичной застройке города Юрию Полякову задавали и пользователи социальных сетей. В сегодняшнем комментарии исполняющий обязанности главы Анапы категорично высказался на этот счет.